Весь смысл достать ветролет из скрабея был в том, что я смогу его бахнуть. Потом плюс 2 дамаги бесконечно. Это то, что я думаю. Я такого дерьма давно не видел. Через монетку чародейского голема дать мне халявный кристалл маны и пойти в лицо. Это что-то жесткое, это какой-то сверх разум там сидит, наверное, с ником Бородач. Я такого не видел уже очень давно. Это... Это как? Корал! Эй, детки, вы уже здесь? И если честно, меня в ступор эта штука ввела как бы. Я даже не могу представить, зачем он это сделал. У него должен быть... Должен был быть план, зачем он давал мне кристалл маны через монетку. Но сейчас он может кольцом света. Ну, конечно, конечно. Скрабейчик, ну, точно, ну... Давай подпортим их план. Ладно, допустим, это было законно, но типа... Ай! Вера. Окей. Мой щит. Я... Вообще ничего не понимаю. Но тут можно через равенство сыграть, как бы, и вытащить. Потом равенство, и чтобы у меня все живы были. Конечно... Если у него есть еще одно кольцо света, то он, можно сказать, победил, но это вообще дичь была бы. Такую штуку полиция Хардстоуна, вот если полиция Хардстоуна и существует, то она должна вот таких вот людей как бы сажать просто пожизненно. Я вот без шуток, это чё? Окей. Ну, блин, я думаю, все-таки нужно размемиваться тут, потому что... Ну, потому что надо. Чтобы у меня хоть какой-то контроль стола был, потому что карт у меня уже нету Ой. Окей. Через монетку чародейского голема, но... Кто вообще в здравом уме будет так делать? Слово тьмы смерть на дракончика, ну ладно, окей. Ледяной яростник, какие у него карты божественные. О, слушай, глава культа, это неплохо. Ну да. Окей, я возьму это. В принципе, я еще могу выиграть. Одно кольцо света он уже потратил. Прям тайминговая, убив всех моих существ. Надеюсь, второго у него нет. Вера. У него вторая служительница солнца есть. Ой-ой-ой. Как же он жестко играет. Окей. Как мне тут сделать максимально эффективно? Я думаю, что через меч. Потому что особо... Ну, карты, конечно, нужны, но, типа, по вэлью надо все равно катать. Погнали. Ну, в принципе, я думаю, тут все уже кобыла. Но это... такие ходы, они не забываются. Они очень долго будут сниться мне в кошмарах, ну, серьезно. Я бы так! Наверное, никогда бы не ходил. Ты сильнее меня.
Как там, наказан? Наказан? Наказан! Ладно. Так, вы этого не видели. Никто, никто вот этого не видел. Тихо.